Всем привет! Решил начать снимать влог про стройку. Заодно использую GoPro 8, которую я давно купил, но пользовался ей мало. Такой будет влог «Мамкин строитель». Вот эту стенку я заложил сам. Делал это первый раз, потому что, в общем, я очень далек от стройки, но вроде как бы YouTube и руки помогли. Я, кстати, сразу говорю, что очень не люблю какую-то монотонную долгую работу, такую вот. Короче, когда вот, например, блоки надо класть постоянно, одно и то же действие, это прям очень раздражает. Следующее, что я буду делать, вот здесь вот надо будет положить что-то наподобие маленькой такой опалубки, наверное, или как она там называется, не знаю. В общем, на вот это, то, что я сейчас здесь выложу, будем укладывать вот такие пеноблоки. Это у нас будет гардеробная. Такое я уже выложил вот здесь. Это будет у нас так разделен туалет. Да, туалет уже стоит. Вот, здесь будет ванна, здесь будет туалет. Вот, в общем-то, такая вот подготовочка под укладку пеноблоков. Также вот здесь будет проход на кухню, и я тоже его подготовил. Выложил вот такие основания, на которые будут ровно ложиться блоки. Сразу хочу сказать, что потом везде будет заливаться еще стяжка. То есть это все, вот эта вся эта высота поднимется, ну, сантиметров, наверное, на 5-7. Ну, все зависит от того, от кривизны пола. Но где-то 5-7 сантиметров, я думаю, все мы это поднимем. И вот это все, что я здесь вот натворил, оно, в общем-то, скроется и не будет видно. Это я все подсмотрел на нашем любимом YouTube, так что не знаю. Пишите свои комментарии по поводу вот этого, то, что я натворил. Делал я это из пескобетона. Пескобетон какой-то вот такой вот. Вот, можно было, как мне сказали, сразу класть блоки на тот же пескобетон или еще что-то. Но я решил сначала выровнять все по маякам, чтобы было более-менее ровно, и потом уже складывать эти блоки. Ну, в общем, такая вот идея. Сейчас я займусь вот этой гардеробной, и потом начну выкладывать блоки. Ну и, кстати, да, пишите в комментариях, насколько будет это интересно вообще такое вот. Формат, это будет вот тупо влог мамкиного строителя, потому что я вообще далек от строительства, и если что-то я делаю, я сначала это посмотрел, наверное, на YouTube, и потом начинаю делать. Либо у кого-то спросил и начинаю делать. То есть сам как-то что-то строить, ну, может быть, я до чего-то додумаюсь сам, но, наверное, лучше у кого-то спросить, как лучше сделать, потому что есть решение довольно-таки не, может быть, не прям однозначные для меня, вот, но они зато простые. В общем, погнали. Закончил подготовку для гардеробной. Вот такой вот пьедестальчик для пеноблоков. Ну и начал укладывать санузел. Как вы видите, немножко, ну, два ряда, да, положил. Связочку сделал, здесь перевязочку сделал, здесь не доложил, но, в общем, времени у меня больше нету, так что пока оставляю на таком этапе. Как раз оно заодно схватится, завтра продолжу. Уже будет нормально крепко держаться, тем более сейчас пока первый ряд я вроде выстрелил ровненько, вроде все по уровню. Так что он закрепится и будет легче выкладывать следующие ряды. Кстати, купил, я не помню, снимал я обзор на вот этот перфоратор такой домашний, я бы сказал, аккумуляторный от компании Works, как и стол, да, который я тоже купил недавно. Вот, очень прикольная штука, но борьба вот с кирпичом ему не очень как-то удается. То есть, не, удается, в общем-то, но не так легко, как с таким блоком. Блок вообще отлично берет. С кирпичом можно тоже побороться, если вдруг встречается какая-то вот типа такой стены, то вот тут ему прям вообще сложно. То есть, вот я делал дырочки. Это прям очень-очень адски для него тяжело, и аккумулятора надолго не хватает. Вот.
Ну, думаю, на сегодня мы заканчиваем мамкиного строителя. Ну, если понравилось, значит, дайте мне знать в комментариях, стоит ли продолжать вот эти такие строительные влоги. Ну, всем пока!